большой привет! С вами Виктория и канал Кулинарим. И сегодня я предлагаю приготовить вместе крем-дипломат, или как еще его называют, крем-пломбир. Крем-дипломат прекрасно подходит для прослойки тортов и заварных пирожных. Получается очень вкусный. На моем канале уже есть один рецепт крема-пломбир. Но рецепт отличается, тот крем на сметане. Если интересно, ссылку я вам оставлю в описании под видео. Заходите, смотрите, подписывайтесь. Для его приготовления понадобятся яйца, экстракт ванили или ванильный сахар, щепотка соли, сахар, крахмал или мука, молоко, сахарная пудра, сливки и сливочное масло. Полный список ингредиентов вы найдете в описании под видео. Все ингредиенты должны быть комнатной температуры. Если вы достали молоко сразу из холодильника, то поставьте его на пару минут в микроволновую печь. Сначала приготовим заварную основу для крема. В сотейнике или в кастрюльке с толстым дном смешиваем 2 яйца. Добавляем 130 грамм сахара. Как я уже сказала, сахар в этом рецепте можно регулировать по вкусу. Если вы любите послаще, то добавьте немного больше. Добавляю щепотку соли. Экстракт ванили. У меня здесь буквально 1 чайная ложечка. Вместо экстракта ванили можно добавить сок лимона, цедру лимона или ванильный сахар. Все хорошо, тщательно перемешиваем венчиком. Сюда же добавляем 3 столовые ложки крахмала, это примерно 35-40 грамм. Крахмал можно заменить мукой. И еще раз перемешиваем до однородности, чтобы не было никаких комочков. И теперь сюда же постепенно вливаем 500 миллилитров теплого молока. Наливаем и перемешиваем. Нам нужно добиться полной однородности. Сотейник с подготовленной массой ставим на средний огонь и, регулярно помешивая, доводим до закипания. После того, как масса закипит, помешивать нужно более интенсивно, чтобы у нас ничего не подгорело. И теперь нам нужно проварить пару минут массу, чтобы не пахло мукой и крахмалом. Происходит это очень быстро, здесь очень важно все делать на минимальном огне и быстро перемешивать. Масса быстро загустеет и побелеет. Значит, все правильно. Убираем массу с огня, продолжаем перемешивать. На данном этапе консистенция получается вот такая, посмотрите. И теперь сразу же сюда добавляем 100 грамм сливочного масла. Еще раз перемешиваем, чтобы все воссоединилось и масло растопилось. Если вдруг у вас получилось много крупных комочков, то можно их перебить миксером, либо погружным блендером, или протереть через ситечко. Горячий заварной крем переливаем в другую емкость, чтобы процесс варки прекратился. Заварная основа для нашего крема готова. Накрываем ее пищевой пленкой и даем остыть до комнатной температуры. Затем можно убрать в холодильник до полного остывания. Вся заварная основа у меня полностью остыла. Она у меня постояла в холодильнике. Посмотрите, какая она стала. Вот она очень-очень холодная, вот посмотрите. Так и должно быть. Для крема дипломат очень важно очень хорошо остудить заварную основу. Заварная основа и сливки, вот я подготовила уже 350 миллилитров сливок, должны быть одинаковой температуры, то есть очень-очень холодные. Заварной крем нам нужно хорошо перемешать. И теперь нам нужно взбить сливки с сахарной пудрой. 350 миллилитров жирных сливок. Сливки должны быть минимум 30% жирности. Смешиваем с 3 столовыми ложками сахарной пудры. Я рекомендую использовать обязательно сахарную пудру, а не сахар. Сливки с сахарной пудрой взбиваем миксером до стойких пиков. Теперь плавными движениями соединяем обе массы. Делаем это постепенно, добавляем сливки в заварную массу и перемешиваем.
Я рекомендую это делать либо силиконовой лопаткой, либо силиконовым венчиком, не миксером, чтобы не разрушать структуру заварной основы. Перемешали и добавляем еще пару столовых ложек. И то же самое проделываем до конца. Крем-дипломат готов. Посмотрите, какой красивый, пышный, воздушный он у нас получился. Приготовьте и попробуйте и вы. Убираем его в кондитерский мешок и в холодильник на стабилизацию. И используем по назначению для пирожных, тортов, для разных вкусняшек. Надеюсь, это видео было для вас полезным. Не забудьте поставить лайк, подписывайтесь на мой канал. Всем желаю удачной выпечки, приятного аппетита и до новых встреч! С вами была Виктория.